Всем привет! И сегодня мы разбираем новое обновление Чикенганя 3.1.0. Добавили 3, по-моему, новых оружия. Даже 4. Вот. 1, 2, 3, 4. Добавили новые скины на оружие. Вот 1, 2. Так, дальше. Я, честно, не помню уже точно. Вот это я не помню, давно было или нет. Так, дальше. Был на молоточек, Где тут молоточек? Кстати, вот тут. Так, молоточек. А вот он. Во. Такая вилка. Ну и сейчас мы, короче, все это протестируем. Я создам сервер. И вот, в принципе, начинаем. Так, в общем, добавили 2 новых карты. Сейчас мы зайдем на одну из них. Так. Вот, все, я уже создал. Так, новые предметы. 1, 2. Дальше. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой, 8. А, вот он. Тут, кстати, коробка, я не пойму для чего. Но, ладно. Вот новая карта, сейчас мы посмотрим на нее. Вау, она вот так выглядит. Также протестируем новые оружие. Так, также добавили вот такой вертолетик коробочный. Добавили вот этого червяка. Вот он. Он, кстати, очень мощный. И также добавили скелета. Так. Сейчас я пересоздам сервер уже на новой карте. И мы протестируем пушки. Так, вот первая. Вот так она атакует. Вот так перезаряжается. Дальше вторая. Это вот такие как бы... О, кстати, заметили от них вот это еще вот такой эффект. Так, дальше. Вот такая вот пушка. Вау, она прям очень круто смотрится. Я вот специально только недавно зашел, чтобы у меня прям были эмоции. И также там еще есть 4-я, я смотрел, но... К сожалению, сейчас мне еще не хватает на нее монет. Так, давайте посмотрим всю эту карту. Осмотрим вообще карты. Все. Так, это столовая. Вот. Она очень, очень хорошо сделана. Так. Тут тоже какой-то кабинет. Вау. Очень прикольно. Честно, не помню, но, по-моему, вот этого волка еще не было. Так, также новые машины. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 новых машин. Это прям... Кстати, она очень гигантская карта. Вот. Прям просто. Мы, кстати, вот когда с моим другом обсуждали, мы говорили, что, наверное, добавят еще такую новую коробку переделанную. Да, добавили. Вот она. Так. Ну, в принципе, карта очень гигантская. Очень прям красивая, очень качественная.
Вау. А я, кстати, еще не купил нам молоточек. Вот так стреляет. Ну, прям очень круто. Так. Червяк. А, ну его, кстати, очень легко убить. Скелет. Да, сюрикенами тоже легко. Вот они с первого раза убиваются, мне очень интересно. Так, с первого. С первого. Да. То есть, если слайдерный. То есть, вот, например, он Хагелония, да? Он не с первого раза убивает. И где-то он там ходит, короче. Я его слышу. Ну, очень прикольная карта. Переходим к следующей. Вот следующая карта. Вау, это я. Только вот зашел. Сейчас еще вниз можно спуститься. Вау. Очень прикольно. Ко мне кто-то зашел. Кстати, он попал в ролик. Давай ему напишем. Давайте. Так. Ну вот он. Воу, кстати. Это очень прикольно вообще выглядит сама карта. Ой, еще кто-то зашел. Очень, кстати, хорошо. А тут, кстати, ничего не видно через решетку. Прям столько людей попало в видео, столько людей видел. Но я просто решил снять карту. О, столько людей, столько людей. Так. Сейчас мы напишем тогда. Так, вот реально очень карта прикольно выглядит. Вау, ну она, кстати, очень большая. Все вот эти люди, которых вы видите, они просто по случайности попали в видео. Так. Это прям очень, я считаю, прикольное обновление. Все-таки не зря мы ждали 3 месяца. Не зря. Очень прикольно. Я, честно, не знаю, что еще можно показать. Давайте посмотрим, как оно будет. Так. Все вот на новых пушках. Все на новых пушках. Я вот за 2 раза могу. Да, получается? Сейчас протестируем. А. Так, протестируем. А, нет. Просто скин похож. А! На меня нападает. Да. А, он за 2 удара выходит. А, не. То есть, если без щита, то даже за 1 удар. Стоп, а как он ее раскрутил? Не понял. Не понял. Я тоже хочу так уметь. А я не понял. Типа, нужно подождать? Или нажать? О! А, куда? Куда? Куда понесли? Как эта штука управляется? А? Меня унесли, короче. Ну, вот такое обновление. Смотрю, очень много игроков. И, в принципе, я думаю, на этом можно уже заканчивать. Ну, очень прикольные пушки. Можно заканчивать. И, в принципе, все. Всем пока!